За 58 лет существования он приобщил к искусству танца более 8 тысяч человек. Детский ансамбль «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов отметил очередной день рождения. Подарком на именины стало открытие в Бресте филиала заслуженного любительского коллектива. Для занятий танцами созданы все условия. В Брестском областном дворце культуры профсоюзов открылся обновленный хореографический зал, аналогичный Минской репетиционной базе. Такие знаменитые коллективы, как, допустим, Тодес, они открывают школы. Мы открываем филиал. Это немножечко другого плана. Мы первые, но кому-то ж надо начинать. Пусть это будем мы. У нас замечательный появился здесь хореографический зал, потому что, поскольку «Ровесник» всегда это многочисленный коллектив, у нас группы большие, и нам нужен большой зал. Этим событием Федерация профсоюзов Беларуси открыла череду мероприятий, посвященных Году культуры. Всего за 2016 планируется провести сотню различных выставок и ярких концертов.